Я обращаюсь, уважаемые коллеги, ко всем вам и к основным ключевым акционерам наших нефтяных компаний, к менеджменту. И хочу напомнить, вы работаете в Российской Федерации. Получая лицензии на недра, эти недра, вы их используете, но они остаются в собственности российского народа. Это общенациональное достояние. Это в соответствии с действующим законодательством. Государство должно иметь право и, конечно, будет соответствующим образом этот вид деятельности регулировать. А компании должны нести ответственность за обеспечение внутреннего рынка страны качественными нефтепродуктами.